Однажды, Итан, ты все увидишь своими глазами. Но этого недостаточно. Будет больно. Прости, Итан, но иначе ты не станешь тем, кем должен. Растет уровень смертности, вызванной кислородным голоданием. Мировые СМИ окрестили этот феномен болезнью века. Год назад в моем классе было 20 детей. Сейчас их 10. Знаешь, чем здесь занимался твой отец? Добро пожаловать. Ты можешь всех нас спасти, Итан. И свою жену. Мы получили послание из будущего. Будущего? Это что, машина времени? Значит, они смогли найти лекарство от болезни. Вы правда верите, что я спасу мир? Твой отец в это верил. Возможно, это единственный шанс для всего человечества. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итан, вернись ко мне. Надо найти тех, кто послал за мной. Мы в начале пути, который изменит все. Ты должен мне довериться. Речь уже не о лекарстве. Все гораздо серьезнее. Представь, что нас всех соединяет ткань Вселенной. Невидимое поле, окутывающее тебя, меня, звезды. Ничего не изменить! Кто это придумал? Другого пути нет! Вот она, петля времени. Так это все не ради спасения мира. 2067. Петля времени. Скоро в кино.